Всем привет, друзья! Давно ничего не записывал, да и записывать нечего. Пришел ко мне СОЖ от Сергея Мавлютова. И я сам не пробовал. Сразу начну, как его, так скажем, испытывать, да, испытание. Проверим просто, как он работает. Вот он СОЖ, и я взял самый трудноочищаемый камни Касим для заточки. Угол уже выставил. Это вот с прошлого раза еще шлам остался. Сейчас давайте поработаем, посмотрим. Самый трудноочищаемый из моих, еще есть у меня есть камни, это вот это Касимы. Так, 18 градусов. Это обычно дешевый нержавейка. Все ли затянул? Так. Подумает, хорошо. Ничем не воняет. Так, вот торец от прошлых этих осталось. Давайте попробуем. Это въевшаяся грязь такая. Ну так, очищает ее, но не совсем. Нож не совсем убитый, так поправим. Стульчик скрипит, говорили, смажь, не нашел, где именно скрипит, вроде всего смазал. Что бы рассказать-то и рассказывать не о чем. Ну, просто такое короткое видео, наверное, будет по поводу СОЖ. Так. Этот салфеток херня. Сейчас, может, побольше чуть-чуть надо. Не знаю еще дозу, ничего там пока не понимаю, сколько чего надо. Я этот тик-тик, стульчик скрипит. Блин, катышки вот эти от салфеток. Очень хорошо очищает. Наверное, надо на более светлом, наверное, камушки, да, попробовать надо. Сейчас. Так и сделаем. Как раз переходим на 600-й. Камень Касим. Побольше намажем. Не знаю пока дозу. Вот в таком состоянии камушек. Пока не отмытый. Так, чуть поднимем уголочек. Снимать нечего. Темы нет. Ограничитель не выставил, да?
под маленький ножичек. Вот посмотрим, что с ним будет. Самый трудно очищаемый камень это вот этот, который у меня есть. Ну вот так вот очищает. Попробуем. Попробуем на эльборах, на них он как, не знаю, вот Касим плохо очищается, хоть чем пробовал, хоть ВД, хоть Джонсонс, вообще, ну как-то так, не пойму я, почему они плохо очищаются, из-за связки, не знаю. Ну давайте попробуем опять сейчас. Поднимает хорошо шланг. Болтать надо. Там просто перемешку с водой мешал, поэтому думаю, может, болтать надо. Так, рукам приятно. Ну вот, вот так вот он очищает. Не знаю, ну, с водой, с мылом я мыл. Эти камни были чуть чище. Сейчас вот как-то так. Пойду помою, посмотрю, почему с ними такое происходит. Я не пойму. Так, а как? Камень тысячный. Попробуем на нем. В этом видео я буду, то есть на этом ноже буду как раз проверять 1200 Европу и 1200 PC Барайт. Ну, это я поделю на два. Сейчас вот этот просож будет, а то будет про этот, как скажем, про камни. Стоит это Европа примерно столько же, сколько, так скажем, PC, но чуть дешевле, конечно. Скажу, что лучше покупать.
пультиком надо что-то делать. Вот этот звук меня уже убивает. Никак не могу снять видео про заточку на этом терминаторе. И надо уже пора его отправлять хозяину. Желающих его купить в Казахстане нет. Ну и в России вроде бы нет. Посмотрим. Это вот камень же почти чистенький был. Вот сейчас посмотрим, как он его очистит. Надо вообще-то, обещал людям снять видео на точилке, на этой шайтан-машине. Нож, в принципе, уже. Вот, смотрите, он вообще после 600-го не заслуживал другого внимания, но... Тысячный вот неплохой Касимовский. Не, вот 600-й и 1000-й пойдет Касимовский. Ну, цена относительно недорогая. Нормуль, в общем. Для дома высшей крыши. И для вот всяких вот таких нержавеек. Вот поднимает шлам очень даже хорошо. Не знаю, состава не знаю, попробовать взял, посмотрим. Ну так, запах нормальный, то есть его почти нету никакого запаха, очищается нормально. Это вот самые вредные камушки, говорю, это плохо очищается. Как раз буду снимать на PC, сравнивать буду PC, вот тогда, наверное, и... Посмотрим. А так, всем пока. Спасибо за внимание.